Это у меня вот уже третья маска на сегодня, и еще у меня там осталось три на сегодня. Еженедельная проверка соблюдения масочного режима в торговом центре «Калинка». Все по отработанной схеме. Ношение масок, их количество, разметка, наличие ламп и рециркуляторов для обеззараживания помещений. Межведомственную комиссию сегодня возглавляет недавно назначенная на должность заместителя главы администрации Татьяна Хатинская. На сегодняшний момент все рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются, что и жители уже понимают, что они должны ходить в масках и соблюдают масочный режим, что понимают это предприниматели, которые ведут четко надзор и за температурой посетителей, и также своих сотрудников. И, собственно, на сегодняшний момент серьезных замечаний не было выявлено. Проверяют рекомендации Роспотребнадзора и в ближайшем кафе. Здесь также не выявляют нарушений. Всего в Ивантеевке на данный момент работают 24 торговых центра. И в каждом из них Роспотребнадзор регулярно проводит проверки. Людмила Ермакова, Антон Рябов, Анна Белова. Программа «День за днем».